Привет, друзья! Давно не были в Костко, да? Мы с вами. Давайте сегодня съездим в Костко, беру вас с собой. Сегодня у меня список небольшой, но все же посмотрим, что-то может быть новенькое, свеженькое. У меня достаточно базовые покупки сегодня будут. Рассчитываю примерно где-то на $100, может 100 с копеечкой большой, там 120. Посмотрим. Федоша меня попросил взять какие-то такие батончики с квакером, то есть не шоколадные, но такие в школу, чтобы они были без орешков. Сейчас посмотрю, что я ему здесь смогу найти. Он не хочет больше эти детские мешки на лапки есть, хочет быть взрослым мальчиком. Сейчас посмотрю. Значит, я ему выбрала вот эти, они сейчас по скидке 48 баров, peanuts free. Вот как можно видеть. Ну, настраивайся, Peanuts Free. Вот такие с шоколадными чипсиками. Квакер. Сейчас они идут 9,49 вместо 11,99. Вместо $12 10. Вот. Еще раз пройду проверить, что. Ну да, эти все, которые просто с шоколадом, они все с Peanuts. Вот эти чьи-то 60 штук. А ну-ка, может, вот эти то же самое получается. Только здесь 60 баров. Киркландовские. По 8,89. А ну-ка, я возьму вот это. Киркланд всегда дешевле. Вот то же самое. То же самое. Здесь 48. Здесь 60. Почем каждая штука написана? О чем обычно должно быть написано, сколько грамм в каждой. Здесь кило 24, а здесь кило 44, здесь больше. Берем это. Так что всегда нужно даже самих себя проверять. Так что все это без орехов. Peanuts Free тоже вот, пожалуйста. То же самое, больше на 20 штук. Нет, он не на 20, на 12. И дешевле, классно, я довольна. Так, идем смотреть дальше. Меня как-то просили снять золото. Золото здесь большого выбора нету в Костко, но тот, что есть, очень симпатичный. Здесь есть, конечно, белое золото и желтое золото. В основном серебра много. Да, это 14 карат кольцо. $1500. Там еще есть. Сейчас я вам покажу. Еще есть стенд. Вот, хоть дорого, конечно, дорого, но и красивое, шикарное украшение. Я не знаю какой-то фирмы. Хочу там еще один стенд показать. Красивое украшение. Карат, в общем, все желтое золото, все в основном 14 карат. Вот здесь есть такие цепочки простые. Не знаю, как там вам удастся разглядеть цены, но максимум на паузу нужно. И вот еще здесь есть такое. А, ну это бижутерия, потому что она не такая дорогая. Это бижутерия. Я думала, это золото здесь. Это бижутерия. Цен не видно сильно, но это все до $100. Ну вот, некоторые есть по 120, но это очень дешево. Просто бижутерия. Золота немного. Рассказать много не могу, потому что я сама золото не ношу. У меня есть несколько золотых украшений, но мне их подарили мама в основном и на работе. Вот, это, в общем-то, все, что здесь есть. Белое золото, золото 14 карат, ну и цены вы увидели. Так, сегодня мне нужен порошок для стиральной машины. У нас большого выбора нету. У нас, получается, есть фиш 100 таблеток. Получается меньше, чем $2 за таблетку. Там 100, здесь 115. По той же цене чуть дешевле получается каскад. 174, там 198.
Вот это я брала. Мне не понравился. После него очень сильно воняет и посуда, и машинка. И он дешевый. 115 за 12,50. Я не хочу его больше брать. Он киркундовский. Моет посуду хорошо, но запах мне аж выворачивает. А это что жидкое? Dishwasher detergent. Каскета для Dutch Power. Dishwasher. Dishwasher. Это мы сказали не брать. Ну все, у меня вариант получается только этот каскад за 20 баксов. Надо брать. Возьму этот каскад. 115 таблеток. В нем еще есть Food Fighting Power. Еще, видимо, гель какой-то для блеска есть. Посмотрим. Попробуем этот. Может, он будет лучше. А там еще что-то на скидке пойду посмотрю. Я все-таки передумала, я вернулась. Я решила попробовать жидкий. Никогда не брала dishwasher детержант liquid. В таблетках брала или в порошке. В порошке мне не понравился просто брать, а в ликвид не брала. Он тоже, по идее, должен давать блеск и хорошо мыть. Та же фирма. По количеству получается типа то же самое, но дешевле из-за того, что жидкая, за 9,99. Возьму-ка я его. Оно мне должно быть выгоднее. Ну и посмотрим, как оно моет. Воняет, не воняет. Ребята, в конце решено. Finish Mac Dishwasher сейчас какой-то новый вышел. Вместо 25 баксов 80 баксов скидка. Вот такой вот он. Я беру его. 132 таблетки за 17 баксов. Это очень хорошая цена. И Finish всем известно. Он хороший. Я его, в принципе, всегда брала Finish. Потом в последнее время начала пробовать что-то другое. Но нету как что-то, что уже проверено. Просто новая упаковка. Таблетка выглядит, в принципе, так же, как обычно. Вот, это возвращаю. Сколько перипетий с этим порошком для машинки. Вот так что все выбрали. Ребята, какая уникальная вещь у нас за 9,99. Вы сейчас еще такого не видели. Ну, то есть мы видели уже все, но смысл в том, что смотрите, что это. Паста Green Pea Routine. Routine это итальянские. Кстати, да, вот они написано, что это итальянские, но не настраивается у меня сейчас. Вот эти вот рутини, вот они, это из зеленого гороха, реально сделано. Посмотрите, вот ингредиенс, green peas, зеленый горох. Сейчас я покажу вам. Но он не хочет что-то у меня на буквы настраиваться. Не хочет. Может так его? Не. Короче, все, в составе только green peas. Мука из зеленых горошин, а здесь рядом из чикпи. Это, вы знаете, то, что хумус, то, что нут. Вот тоже чикпи флор, только лишь в составе. Вот написано чикпи. Почему-то он не хочет у меня в последнее время настраиваться на слова. Тяжело настроить. Но вы верите мне, я думаю, то, что там написано только вот эти чекпис. Сдалека оно видно, оно близко не хочет. Ладно, не буду терять на это время. 10 баксов это, конечно, не дешево. А какое здесь количество? 1 килограмм. Килограмм. 10 долларов. Хочешь полезно кушать, плати деньги. Хотя это, в принципе, можно так подумать, самому все это лепить. Ну, если есть машинка там подходящая. Так, пошли дальше. Пасты мне не нужны. Эти все сыры, это все я не беру. Идем дальше. Появилась, вот вижу, у них гималайская соль. Это розовая, перемолотая за 9 баксов. 2 килограмма 200 грамм упаковочка. Это новая, такого не было. Это достаточно дешево, но даже не знаю, что вам сказать. Я когда ее попробую купить. Но она сильно какая-то перемолотая. В общем, одним словом, появилась такая еще соль. А вот это прикольно. Это соленая тарелка для подачи. На ней подают. Тоже из гималайской соли. Вот.
Олив Тейлор фирмы $24. Это очень хорошо на подарок. Ну и думаю, оригинально иметь такой для подачи, для гостей. Это оригинально. Так, возьму просто гималайскую соль маленькую. Вот эту вот, которую надо натирать. Мне кажется, у меня соль заканчивается, я не проверила. 4,99. Она получается ту же цену, что и обычная соль 4,99. Даже дешевле, чем 800 грамм перетертой обычной соли. Ее выгодно сейчас взять, попробовать. Вот сейчас я ее возьму, испробуем ее. Какая она? Еще ни разу не брала. Так я ее не брала, много раз про нее говорила, ни разу не брала. Бакер сегодня 5,89. Беру две пачки, хотя нужна была только одна. Беру две. Филадельфия 8,69. На бутерброды закончилось. Беру Филадельфию. Из молочного я уже взяла 30 яиц за 5,99. Две упаковки кормлекса я показывала. То есть квакера. Как обычно, колбаска за 7,99 наша для деток. Ой, неизменная киркландовская. Хэм. Стандартный набор. Пока еще ничего особенного не взяла. Так, нужно мне взять набор. Опять мой для стир-фрай бленд. Что Габуля его любит, она его ест. И мы едим, и супы. И мне нравится, что здесь не бэби-морковка, а обычная нарезанная морковка. Потому что бэби-морковку не во всех заморозках ты можешь... То есть суп ты сильно не бросишь, то есть разве что жарить просто в чистом виде, не знаю. Но, ребята, что меня удивило, это авокадо. Так не видно будет. Вот 17,99, 2 килограмма замороженных... почищенных авокадо. Это же какой у него вкус после разморозки. Я даже пробовать не буду такое покупать. $18 на замороженные авокадо. Я еще такого не видела. И мне нужно взять еще заморозку. Эти, как они называются? Зеленую фасоль стручковую. Пойду поищу. Так, к сожалению, я не нашла, потому что вот эта одна стручковая, которая есть, она с вот этой бэби-морковкой, мне она не нравится, поэтому брать не могу. И другой тоже есть, капуста цветная, и брокколи тоже с этими бэби-морковками я не хочу. И все, просто брокколи очень дорого, что-то 10 баксов. А вот этот меланже, его тоже можно было бы взять на суп, если бы там не было кукурузы. Что при том, что я люблю просто кукурузу, например, детям прижарить на сковородке. В супе она дает большую сладость, я не могу есть, не могу ставить. Поэтому, ну, единственное, что вот возьму просто кукурузу, потому что меня все любят просто жарю, подаю к рису или к картошке, или к чему-то там. Просто подаю ее, вот я возьму, сколько здесь, 2 килограмма с половиной. 2,5 килограмма. Вот ее возьму, тоже сегодня очень скромно. Хочу вам показать, так, тут камбуча стоит, что меня, вот стоит $13, smoked pulled pork, что меня подвигло на рецепт, то, что я говорила, roast beef, я сделала roast pork. Вот я увидела вот это, и я сказала, я это могу сделать дома сама, своими силами. Оно не открывается, хотела, может, показать вам, оно уже как бы полуготовое. Все то же самое, просто в духовке сделанная или протушенная свинина, залитая, естественно, с барбекю соусом. Все это настояно, вместе это подогревается и ест. Я это сделала сама. За 900 грамм платить $13, когда я за целый огромный кусок могу заплатить 20 и есть несколько подходов сделать. Так что вот это я так сама себе решила и сделала такое. Вот, и еще вкусно, нужно будет как-то попробовать. У них есть лобстер суп. Вот. Очень вкусно выглядит. $11. Но это не сегодня не у меня, не в плане. Вот, нужно будет как-то попробовать. Ну и камбуча, куда без нее. Правда, ни разу ее здесь не покупала. Вообще, в принципе, ее не пробовала. Вот, но она здесь тоже продается. 18 баксов. Кому интересно, 6 штук по 480 миллилитров. А мне на самом деле нужно... молоко. Мне нужно молоко. Молоко. Обычное молоко. Все, берем молоко и выходим отсюда. Идем дальше.
я далеко ушла, а мне нужно еще. Вот, Габи просила, она обожает. Маме, пожалуйста, она мне говорит, купи зеленое в школу. Она называет это Grimfrain. Grimfrain, типа зеленая обложка. Она очень любит этот соус. Тут он продается со всеми вот этими такими полуготовыми итальянскими приправками. Не приправками, а тортеллини и все такое. Берем Идошкин самый простой хумус. Он любит без всяких приправ. Я ему и на бутерброды иногда мажу, и он просто ест вместо салата, вместо хлеба любит. Взяла хумус. Что еще из этих салатов? В принципе, мне так ничего не надо. Сосиски я не беру. Пошли дальше. Так как я после учебы вот приехала сюда в Костко, и дома в принципе есть еда, но такое, чтобы горяченькое, я пришла сама, поела и все. Иногда, не всегда, беру курочку, гриль, которую они здесь делают сами. Я уже много раз об этом рассказывала. Мы даже когда путешествуем, мы не покупаем уже сосиски или там Макдональдс, потому что это дорого и не сытно. Ну и не полезно вообще, да. А мы просто заезжаем в Костко, берем курицу и булочку там какую-то, и помидоры. Это дешевле и очень-очень сытно получается. Так, что здесь еще? Готовые салаты я не беру. Но вот у кого партии, дни рождения, работают, нету времени, пришел, взял сюда несколько таких упаковок и празднуешь день рождения, вечеринку или там что у тебя. Классно. Люблю за это Костко. Ну и возьму фаршик свиной на пельмешки, на тефтельки деткам, на рисовые шарики. Что там еще? В суп даже клёцочки. Там, да, не, клёцки это из теста, а это с фрикадельками, да? Супчик. Ну вот на такое. И булочки. 5,49. Ну, что не настраивается? Он меня из-за этого расстраивает, что он не хочет показывать четко. 5,49 булочки. Ну, в общем-то, основное все. По списку все куплено. Сейчас еще вот взяла бы какой-то пирог. Мне так нравятся их вот эти пироги. У них блюберри, это новый вообще. Я думаю, он очень вкусный, этот пирог. 10 баксов. Честно вам сказать, меня, во-первых, жаба душит. Хотя это достойный пирог 10 долларов. Потом я не знаю. Короче, я должна еще подумать. Блэкберрис. Беру. Блэкберрис у нас мексиканский. Возьму блэкберрис. На десерт вместо пирога. Ну и еще возьму мандарин марокканских. Они сейчас по 5,99. Здесь у нас 5 паундов, то есть примерно 2,5 килограмма. И я брала хлеб. Ну, в общем-то, все. Едем домой. Ну что, ребята, вот мы и закончили. Буду сейчас закладываться. В общем, планировала на 100 где-то, но получилось немножечко, не намного дальше, 150. 150, ну что такое? Вот не хочет он все, не хочет у него. Настрой не хочет срабатывать. Чего-то там с моей камерой, видимо, произошло. Настраивайся, настраивайся. Короче, неважно, вы мне верите. 150 баксов. Что, в принципе, не является много, с учетом всего, что я купила. Вот эту картошечку я купила жареную. А вот нам курочки. Вот, так что все, ужин есть, продукты есть. Загружаемся и домой. А вам пока-пока, до следующих видео.